А Бресте не французским, а белорусским талиновитый музыкант доведался только после запрошения выступить у Беларуси. За свою музычную биографию Оливье Мулен наведал множество краин, от Азии до Америки, але як и завсёды у кожной новой кропцы на карте шукая свою адметность. Я вельмі рады наведаць Беларусь і Брэст у прыватнасці. Я асабліва цаню беларускую школу фартэпіяна, дзе адчуваецца ўплыў рускіх майстроў. Якраз у гэтым годзе спаўняецца 100 гадзі з дня падпісання брэсцкага міру, і менавіта гэта зацікавіла і прыцягнула мяне ў ваш горад. І да таго ж сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня смерці вялікага Дебюсі, і гэта таксама адна з прычын для таго, каб аддаць даніну павагі гэтым падзеям. Прыхільнікі французскай культуры, гастраноміі, ладу жыцця кожны год з нецярпеннем чакаюць наступлення вясны. Менавіта ў гэты час ва ўсім свеце праходзяць дні франкафоніі, у межах якіх і адбыўся візіт Алівье Мулена ў Беларусь. Цель – папулярызацыя французскага языка, французскага образу жыцця, французскай дэмакратыі, французскай історыі. Первоначально планировали пригласить только в Минск. Вот. С учетом того, что консульство играет здесь основную роль в его приглашении, скажем так, без ложной скромности. Да? Вот. Поэтому я настоял, чтобы он именно провел здесь мастер-класс. Потому что нашим учащимся будет очень интересно посмотреть, это все-таки разные школы. Мова музыкі не мае нацыянальнасці. Для Надзеі Вашкевіч, удзельніцы майстар-класа, многае зразумела і без перакладчыка, бо ў гэты момант за ўсё адказвае музыка. С ним очень было приятно и комфортно заниматься. Он очень доброжелателен, очень улыбчив. Он работал и над технической стороной, и над фразировкой, и над мелодией. Он играет все очень легко, свободными пальцами, и большое внимание уделяет именно свободе рук, кистей, локтя. Как итог, я поняла, что еще много над чем нужно работать, и есть вещи, которые нужно поменять. И я поняла, в каком направлении мне нужно двигаться дальше. После мастер-класса и концерта у Бресте музыканты чекают у Минску. Кристина Протасовицкая, Тегран Акопян, телерадиокомпания «Брест». Компания Брест.